Всем привет. Всем привет, друзья. Мы подготовили Квикс. Квикс. Обратите внимание, это самый первый на свете, поэтому мы приглашаем вас присоединиться к его чтению, узнать, что же это такое, потому что на страницах, которые мы создавали и писали с любовью и особым вниманием, трепетом, чтобы показать вам, пообщаться таким образом с вами, начать необычный диалог, находится не только история, начало счастливых концов света, но и дополнительные истории, репортажи, забавные рекламы. В общем, то, что выполнено в таком необычном формате, вроде как журнала, с приколами. Но это Квикс. Квикс. Такое вы точно не читали. У нас, вот, знаете, такой внутренний трепет и желание скорее поделиться этим с вами. И узнать, что вы об этом думаете, потому что здорово было бы. Думаю, будет здорово, если вы пришлете свои комментарии по этому поводу, потому что нам интересно, как вам. Как вы это воспринимаете, потому что мы, когда писали, переделали, нам очень понравилось, и здесь совсем другое погружение идет в историю. Также вы найдете внутри наш новый логотип и новая мода под названием «Да здравствует светлое настоящее». Квикс доступен на ВК Донат и Бусти. Вы также можете сделать донат и сказать «Я хочу Квикс, пожалуйста», и указать свою электронную почту, потому что на самом деле это распечатанная версия чисто для нас. Квикс находится в электронном формате PDF, 32 страницы с иллюстрациями и всеми забавными фантастическими историями. В общем, это первый в мире Квикс, и нам у вас есть возможность, да, узнать, что это такое, поднять себе настроение, переместиться в мир фантастики, то есть хотелось, чтобы это был своеобразный портал, который вы откроете в свободное время или во время работы, пока никто не видит, и окунетесь, поднимите себе опять же настроение, повеселитесь и отдохнете. Вот она, наша любовь к вам, которую мы, надеемся, вы скоро прочтете и поделитесь своим мнением. А также с друзьями поделитесь. Это будет все. Всем до встречи. Всем спасибо огромное за ваше внимание. Счастливых концов. Только счастливых концов света.